Привет, дорогие друзья! С вами Воблер, и это у нас игра Yearn to Die. Мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсисе, прокачивая тачки, проходя новые трассы. Если вы впервые, ребята, на канале, обязательно подписывайтесь. А если вы уже мой гордый подписчик, значит ставьте лайк. И поехали! Ху-ху! В первой серии по прохождению этой части мы уже прокачали наш Volkswagen Жук. Вы посмотрите, какой он дерзкий. Двери нету, зато есть прокачанные колеса, дробовик, пила и ускорение. Мы проехали немножко и купили новый автомобиль. Такой вот у нас ржавый автомобиль. Реально корыто какое-то, смотрите, днище развалится. Зато цветочки здесь есть. Мы сейчас поедем и постараемся на нем немножко подфармить, чтобы сегодня хотя бы пройти эту трассу до конца, потому что у нас ничего не получалось в прошлый раз, как вы помните. Но машин здесь много, потому серии будут выходить каждый день. Обязательно подписывайтесь. Поехали, сейчас посмотрим, куда мы сможем на этой колымаге доехать. Давай, газуй, опа! Проехали. Смотрите, так у него еще неплохой топливный бак. У него, походу, с каждой машиной. Смотрите, она еле-еле прокачанная, но мы как уже далеко доехали. Давай, дави! Наша ржавая корыта может творить чудеса. Наша консервная банка. Круши зомбари. О-о-о, на детальки разобрали зомбаря. Давай, давай, давай. Ничего себе, слушайте, у этой машины серьезный запас топлива. Мы реально проедем эту трассу. Давай, давай. Ускорения-то у нас и нету. Давай, сейчас возвратимся в гараж и прокачаем. Ого, а что мы можем качнуть? Давайте, наверное, начнем с... Блин, все дорого. Давайте начнем с коробки, с двигателя, да? Сейчас мы сделаем, у нас будет покруче двигатель. 1,5 литров. Круть. И топливный бак. Гоу! А ну, сможем улучшить свой рекорд или нет? 14-й день нашего путешествия. Мы пытаемся добраться до точки, которая была показана на карте. Давай, ох, по красоте. Вот это дали, смотрите. Одни туловища остались, ноги остались. Все зомбари в джинсаках. Ты, опа, летим. По красоте, да. Все разносим. Пока что у нас в игре никаких скоростных зомби нету. Возможно, потому что мы всего лишь на первой карте. И в будущем все будет по-другому. Давай! Прыгнули по красоте. Еще чуть-чуть. Хопа, зомбари на вышке. Мне кажется, зомбарь, который наверху стоял, он тебе ноги сломал. О! Смотрите, голова отлетела. Да, вот это покатались, я вам скажу. Так, давайте мы еще... что-то улучшим. Тут можно, в принципе, улучшить у нас. Ага. Давай. Коробка передач. Так. Взяли коробку передач. И можем еще топливный бак очнуть. Давай, топливный бак. Круто. Нету денег, говорят. Нету денег, нужно зарабатывать. Давайте представим, что мы реально маршрутка, которая везет людей на работу. Дырявая такая. Во! Давай, экстремал. Все люди там по-любому на салоне сидят такие: о, потише, потише, я хочу выйти. Мы такие: нет, вам некуда выходить, вас зомбари сожрут. И едем вперед. Ты еще разбрасываем всех. Просто крошим этих зомбарей. Голову, ребята, вмяли. На детальке разваливается, вы посмотрите. О, ноги поломал чувак, который был сверху. Вперед, давай, давай, едем дальше. Финиш, финиш, чё-чё, не хватило чего-то. Ничего страшного, ребята, мы уже близко, практически рядышком с финишем. Сейчас, я думаю, топливный бак нам поможет. Также колеса, ну колеса у нас будут покруче уже. Вот какие колеса. Не знаю, здесь колеса не сильно меняются, но мне кажется, что... вот эти вот топовые, они будут уже намного сильнее отличаться от этих, которые сейчас мы купили. Так, тут у нас получается новый двигатель $700, коробка передач 850. Нам главное тут раз туда ехать. Давай, 16-й день.
кто-то идет на работу, кто-то идет в школу, а мы, ребята, каждый день делаем новый заезд, дабы выжить в этом суровом мире, в котором одни зомбари. Нет животных, нет ничего, просто зомбарики. Они, возможно, всех сожрали. Кошечек, собак, они всех съели. А когда собачки закончились, они решили на нас нападать. Давай, поехали, опа! Круто! Давай! Летим, давай еще чуть-чуть, у нас есть топливо! Мы должны доехать, чуть-чуть! Опа! Да, мы добрались, смотрите, какой-то заброшенный склад, что ли? X2, что, $2? Хорошо, на X2 взяли, окей. Смотрите, о, мы уже куда-то доехали, то есть, что тут у нас будет, новая трасса, или мы здесь отремонтируемся, непонятно, пока что мы движемся. Давайте, ребята, вернемся в гараж и что-то постараемся прокачать нашему автомобилю. Я бы хотел закончить все с колесами, давай мы колеса качнем. Ну, колеса стали, о, они куда-то вовнутрь, смотрите, прячутся. Подозрительно, на самом деле, обычно они должны выпирать, они в эти... В крылья не влазят. Ну да ладно. У нас также есть турбина, которую мы можем поставить. Автомат сверху. И вот этот... Что это такое? Кол. Мы сейчас будем зомбарей накалывать. Все, денежки закончились. Зато у нас новая трасса, ребята. И, возможно, сейчас что-то будет у нас интересное. Ого. Да, смотрите, как мы зомбарей колем. Мы реально как будто носорог. Колем всех, тысячу разрезаем. Ох, по красоте. Да, разрезали. Супер-пупер. Тачка у нас. Тыщ, вы посмотрите, как она может. Да, ну здесь зомбари вообще очень быстро разваливаются на части. Сзади нас все взорвалось, как в американских фильмах. Все, закончилось. Зато $517, ребята. $517, это круто. Давай мы, значит, качнем двигатель. 1.8. Ну, это вообще мощный двигатель будет, я вам серьезно говорю. Так, у нас колеса прокачаны, нам осталась коробка передач, автомат поставить, ускорение. Ну, ускорение такое себе, вам скажу. Хотя бы надо хоть слабенькое купить. Давай! Вперед! Ох, замари! Вы нас не остановите! Нас может только остановить наш топливный бак, в котором очень быстро заканчивается топливо. Да... Колеса у нас реально серьезные. Вы посмотрите, какой клиренс между автомобилями. Дорогой. Да, всех разрушаем. Мы проедем. Взорвалось. Прыжок. Зомбарь на вышке был. Он упал нам на крышу. Нашего фургончика. Так. Гараж. Гараж. Давай докачаем уже до последнего эту коробку передач будем. Сейчас сразу пятую врубим и на пятой поедем, потому что денег-то у нас нету. Только пятую врубать. 19-й день! Давай, носорог! Это у нас автомобиль носорог. Всех разносим, да! У-ху! Коси! Надеюсь, что мы сможем побить прошлый результат, который у нас показывается вверху на полоске, ребята. Мы сможем его побить в любом случае, но по-любому мотор должен что-то давать. То есть коробка пятиступенчатая. Все-таки мы сейчас пятую врубили. Давай! А, что, все? Вот это проехали! Проехали, называется. Так, значит, ребята, пришло время реально прокачать вот эту турбину, ускорение, потому что без ускорения нам никуда не деться. Оно нам реально поможет сейчас далеко пролететь. Ничего себе, два пропеллера? Что это у нас за автомобиль? Нам одного недостаточно, будет два. Это уже какой-то самолет у нас получается, слушайте. Опа! У-ху! Все, закончилось наше ускорение. Давай, поехали вперед.
Да, нас ничего не остановит. Ребята, реально, если еще крылья подцепить этому автомобилю, это будет какой-то самолет. Давай, давай. О, рука у него отлетела. Все отлетело, а туловище с нами едет. Давай, давай. Как-то не очень мы далеко проехали. Возможно, именно в этот раз надо было ускорение юзнуть в самом конце. Ну да ладно, сейчас юзнем. Давай мы его еще прокачаем. Окей, вот что мне нравится в этой первой части, в отличие от второй, здесь очень быстрая прокачка. То есть раз, два и без проблем все прокачивается. Так, у нас денег нету, значит в конце юзаем, ребята, в конце юзаем наше ускорение. Давай, круши. Сейчас мы побьем рекорд. Зомбари нас не остановят, ни руки, ни ножки, кроши всех, да! Мы где-то вообще в горах едем, вы посмотрите, какие пейзажи у нас. Да, зомбарь отлетел, взрывная волна не щадит никого. Кстати, я заметил, что у нас вообще автомобиль супер бронированный, потому что у него ничего не отпадает, ничего не ломается. Давай, 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 давай. Хорошо, ускорение. Давай, 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 опа. Что, все? Наверх смогли, приехали. Да, вот, но здесь не сильно чувствуется эта прокачка. Не знаю, с чем это связано, но прокачка здесь... какая-то не очень. Просто мы привыкли, что мы с автомобилем проезжаем сразу трассу. А тут автомобиль вроде бы прокачанный на максимум, но он не сильно едет. Вот в чем прикол этой первой части, в отличие от второй, которую мы уже прошли. А то кто-то пишет: «Воблер, пройди вторую часть». Ребята, смотрите на канале ролики. Так, нам осталось прокачать вот этот вот калаш, и машина у нас будет топовая. И на этой топовой машине мы уже сможем нафармить $2500, дабы купить Мустанг. А Мустанг — это крутой автомобиль. О, что это такое? У нас зубатый автомобиль? Что это такое? Вы посмотрите. Ничего себе, что он может. Вы посмотрите, он зомбарей просто крошит. Если у нас в начале был носорог автомобиль, то сейчас у нас какой-то жук. А, я в шоке, вот это придумали, ну это капец. Надеюсь, вот это рот, который жрет зомбари, не использует наше топливо, потому что топливо нам нужно для того, чтобы дальше проехать. Давай. Буст. Летим, хорошо, давай, 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 давай. Отлично. Намного дальше проехали, и нам уже дают серьезные деньги за наше прохождение. То есть, возможно, мы даже качнем автомат. Не знаю, на самом деле, как он нам поможет проехать трассу. А, он стоит дешево. Нам уже... А, то есть, нужно в любом случае все прокачать у автомобиля, дабы нам открылась новая машина. Мустанг. Мустанг, какой ты красивый. Ну, ты стоишь $2500, и эти 2500 нужно где-то взять. А возьмем мы их только при фарме. Опа, 23-й день. Ох-ох-ох-ох, у нас еще автомат, эмочка сверху. По-любому, какая-то автоматическая эмочка, которая может сама стрелять по зомбарям. У нас уже и патронов нету. Как-то ограниченное число патронов у нас. Обойма одна, что ли, дается? Как-то мало, хотя бы две обоймы давались бы. Давай, ей, да! Эмочка сама даже зомбарей колет, ребята. О, летим! Два, опа! Крошим всех! Буст включаем! Ай-яй-яй, ну что такое? Давай, давай на гору! Нет! Слабенький здесь буст, даже при том, что он прокачанный, он коробки сдвинуть не может! Так, сколько нам надо? Я думаю, что у нас сейчас будет один заезд, и мы сможем купить наш Мустанг. Ну, блин, надеюсь, Мустанг будет реально резвый. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Жок, мы тебя сожрем всех. Реально стрёмная машина. Вы посмотрите, сверху автомат, сзади два пропеллера, и еще есть рот, который может жрать зомбарей. Взрывай. Опа. Отлично. Хорошо едем. Слушайте, как мы далеко проехали.
Да, мы немножко побили свой результат. Давай, зомбарь, иди, мы тебя сожрем. Ням-ням-ням-ням-ням. Блин, ну не вовремя, конечно, вылезла эта штучка. Ладно, ребята, переходим в гараж и покупаем мустанг. Нам уже показывает стрелка. Давайте, ребята, новая машина вас ждет. Мы таки приходим в салон, даем деньги, говорим, мы берем этот мустанг. Да, он ржавый, но мы его затюним, и он будет вообще the best. Открываем его. Вот он, ребята, давайте посмотрим, что у него есть. Колеса, это наши днищенские. Вот какие будут крутые колеса. Тут у нас уже шипованная резина, такая, чтобы уже зомбари хорошо разрезать. Передавлять. И как, что это спереди за $1000? Вы посмотрите, что это за пилы, три пилы. Маленькие, которые будут просто зомбари разрезать. О-о-о-о. Жесть. Но это будет все в следующей серии. Поэтому ставьте лайк, если вы еще не поставили. Оставайтесь на канале. И скоро увидимся. С вами был Воблер. Пока.